Инициатива Министерства экономического развития Российской Федерации по отмене материнского капитала наделала много шума. Напомним, соответствующая информация появилась сегодня, 1 октября. По мнению специалистов, выдача средств вовсе не стимулирует семьи на рождение детей, а лишь сдвигает этот процесс на более ранний срок. В свою очередь, вице-премьер правительства Российской Федерации Ольга Голодец опровергает информацию об отмене мат капитала. Она заявила, что программа материнского капитала учтена в проекте федерального бюджета на 2015 год, а также на плановый период 2016 и 2017 годов. «Говорить об отмене программы не приходится», – сказала Голодец. Минэкономразвитие также прокомментировало ситуацию с материнским капиталом. Относительно программы «Социальная поддержка граждан» было предложено рассмотреть на экспертном уровне вопрос эффективности данной меры социальной поддержки в настоящее время, говорится в сообщении. После детального обсуждения на уровне подкомиссии с участием широкого круга экспертов будет подготовлен доклад для обсуждения на комиссии. Предварительно это во втором квартале 2015 года.